Вот теперь, да, наверное, можно раскрыть секрет этого удивительного номера. Во-первых, ладно. Могилу. Филипп, ну в двух словах. Нет, ну в двух словах. Мне вот всегда интересно. Вот когда на спине лежал, за что держался? Он в космосе летал. Сереж, ну за что держался, когда на спине лежал? Слушайте, ну на самом деле, я могу вам сказать, честно сказать, откровенно, нет, я буду молчать, я просто скажу вам честно. Я, конечно, хорохорился, все нормально, все отлично. Я реально боялся свалиться с этой конструкции.